кстати, а у тебя по профессии родители кто? Ну, папа кем работает? В декретном отпуске. И мама работает в декретном отпуске. И Даша с Сережей. И Даша с Сережей тоже в декретном отпуске? Да. Степан, если вся семья в декретном отпуске, на что вы живете? Ну, мы на Вьяматозе живем. Представляете? Знаешь, что нужно сделать, чтобы ты оказался в программе «Пусть говорят»? Тебе нужно будет вырасти немножечко и жениться на бабушкиной подружке. А если бабушкина подружка старая? Вот об этом вы и поговорите в передаче. Алло, мама. А, забери меня. Куда забрать? Как куда? Домой. Так я тебя только привезла. Она меня оставляет посуду мыть. Терпи, я тоже терпела. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ свой. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего не смущает? Нет. Читай вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего не смущает? Нет. Все нормально. Все нормально, да? Да. Читай условия задачи в таком случае внимательно. В первом бочонке 8 килограмм соленых грибов. Во втором в 2 раза больше, чем в первом. А в третьем бочонке грибов столько, сколько в первом и во втором вместе. Ага. Сколько грибов в третьем бочонке? Мама, а кость вкусная? Откуда я знаю? Ну, папа сказал, что ты ему всю кровь попила. Твой папа без мозгов. Конечно, ты их прошлым летом съела. Сына есть дома? Есть, только она в гараже стоит. В гараже стоит. Ключи от гаража где? А? Ключи от гаража где? Под баром. Под баром? Нет, не под баром. Не под баром. Я тебя обманул. Обману. Машина поэтому в гараже и стоит, что у вас ключи. Ты людей через дорогу. Ну, чужих нет. А своих? Ну, своих, да. Кого из своих ты переводишь через дорогу? Ну, маму, папу и сестру. Ну, они, правда, меня переводят. Ну, иногда и я. Потому... Так, ну, когда в ресторан идете, они тебя переводят из ресторана, ты их, наверное, да? Ну, мне кажется, что да. Ёханый бабай! Что? Ну, ты рассыпал! Рис, теперь ёханый бабай. Да? Я же не рассыпаю. Рис не рассыпаю. Я же не ёханый бабай. А кто ёханый бабай? Ты ёханый бабай. А я не ёханая бабая. Да? А ты ёханый бабай. Рассыпал рис. А я что, не рассыпал рис? Да. Я аккуратно рассыпал рис. Да? Да. Ты рассыпаешь рис. И что? Ёханый бабай. И что? Потому что. Почему? Ну, потому что ты рассыпал рис и ёханый бабай теперь. Понятно. Все, да?